25 мая, то есть уже в эту субботу, планируется отключить уличное освещение. Об этом говорили сегодня в администрации города на совете директоров. Кроме того, на заседании обсуждался чуть ли не самый злободневный сейчас для ноябрьского вопрос, а именно то, что городские дороги растаяли вместе со снегом. Первый замглавы предложил дорожникам совместно с ГИБДД определить наиболее опасные участки дорог и привести их в порядок. Дорожники говорят, что уже взялись за дело и принялись за ямочный ремонт. В республике мы начали, так как бы в самую первую очередь. Сегодня как бы ямы большие заделываем на Мира, завтра на Ленина, а потом на энтузиастов перейдем. На Шевченко там уже гарантийный закончился. Там заделаем. По промзоне я проехал, ну да, там дорога убитая, скажем так. Но стиральная доска такому, чтобы там было где-то уж так угрожало безопасности дорожного движения, там нету такого. Да, ее нужно полностью делать реконструкцию. Да, ездить очень плохо и очень некомфортно, но в принципе ничего страшного, особо страшного там нет.